Хочу похвастаться, как я борюсь с весенним половодьем. Это когда-то гать была. Ну, я так садовые дорожки называю гатью. Ну, вы поняли, да? Так самой бы тут где-нибудь не навернуться. Через 2 недели картошку пора сажать. А тут вот такое безобразие. Воды все прибывает. В общем, в самое глубокое место ставлю фекальный насос. Отличная вещь, несмотря на название. Вон поплавочек торчит. Пока ставила, провалилась почти по пояс. Теперь сушатся болотные сапоги. Ну, а шланг от насоса в канаву. У нас сточная канава, так на 1,5 метра выше участка. Возможно, в этом вся проблема. Вот так выглядит сейчас сточная канава. Да сухо практически, так, ледок сверху. А вся вода у нас на участке. А вот она уже откачивается. Это не насос, это золото какое-то. Самое настоящее, несмотря на название. Работает мой сладенький, мой гаденький. Полученный утешительный результат я снимаю уже на следующий день. Вчера быстро стемнело. Ну, тем заметнее. Не могу сказать, что стало красиво, зато можно ходить в галошах, а не в болотниках. Вот была большая лужа. А теперь только куча мусора, которая осталась высушить и сжечь. А на месте большой воды маленький прудик. За ночь набежало вот столько воды. Ну, это на 20 минут работы насоса. Ничего, мусор я приберу, скоро трава пойдет, все будет красиво. Ну, а пруд мне предстоит копать дальше. Такая быстрая мелиорация.